Всем привет! Сегодня мы с ребятами решили поджарить говядину на камнях. Для этого мы взяли вот такой кусочек мяса. Это спинная часть. Она очень подходит именно для жарки на камнях. Для начала нужно нам порезать его на вот такие ровные дольки. Так. Потом нужно будет поперчить красным перцем, белым, черным и посолить немного. Оставить это мясо где-то на полчаса. Потом можно будет жарить. Так, вот такие красивенькие дольки у нас получились. Сейчас мы их немного поперчим. Так, со всех сторон. Вот так надо будет каждый кусочек поперчить черным перцем, красным перцем. Так. Если есть, то белым перцем. Немного соли. Таким образом обрабатываем каждый кусочек и убираем на полчаса. Все. Потом эти кусочки будем обжаривать. Все, мясо готово. Откладываем его и чуть позже встретимся. Так, ну что, спустя 3 часа поисков камней мы наконец-то соорудили по традиции наших предков такой своеобразный мангал и начинаем жарить. Так, жарить мы как будем? Сначала берем курдюк. Просто обмазываем, да? Да, обмазывай камень. О, шипит. Кажется, уже рубит. Угу. Да, хорошо, прям обильно обмашиваю. Угу. Отлично. Так. Теперь. Да, бери. Да, отсюда возьми прям руками. Да. Так. Что-то он плохо накалился, что ли? Походу. А, вот с этой стороны хорошо шипит. Тогда с этой стороны поджаривай. Угу. Какие шикарные. Да. Все, так минут 10 поджарится, потом перевернуть. И можно кушать. Да? Это дом дедушки Камиля, он был мулой, да? Он был мулой, а вот астрологом, да, еще? Или как? Не астролог. Астроном? Ученый. А здесь за забором мечеть. Как называется мечеть? Честь кого-то там недавно. Она старая мечеть, но ее недавно переименовали, перестроили. Так. Шипит. Ну-ка посмотрим. Да, еще подбросить надо чуть-чуть. Подбрось дровишек. Жарим мясо на виноградной лозе. Ах, как аппетитно выглядит столик. А у зашар сейчас начнется с мяса. Говорят, что
на соломе, там вкус не да. Сюда тоже кидай кусок мяса на свободное место. Да? Угу. Ну-ка посмотрим, как там у нас дела обстоят. О! Ну, ничего такого. Угу. Еще минут. Еще, да. Еще надо чуть-чуть. 4 секунды. Нет, сейчас. Все, жарится, хорошо будет все. Что он не горит? Не дуй, сейчас этот полетит пепел на мясо. Все-таки еще недостаточно накалили камень. Должен шипеть прям. Древняя сковородка. Сковородка. Сковородка, крапива. Да, здесь вообще идеальное место, да, халал фуд открыть. Тем более Камиль архитектор, может здесь сделать проект. Как обычно, сапожник без сапога. Да, и подъезд хороший, там паркинг здоровый. Так, надо еще накалить. Камень слишком толстый, но других я не нашел. Вот этот вот подошел бы, который откололся кусок. Тот, который под ним. Да, сейчас этот попереворачиваем. Туда-сюда поджарится. Да. На основе какой этот маринад? Здесь три вида перца. Черный, красный, белый. Белый? Да. Есть такой белый перец, он дороговатый, в супермаркетах продается. И все. Потом лимонным соком полить. Все будет хорошо. Так, прервемся пока. Пару кусочков пока возьми. Давай. Вот мяско уже подошло. Вот это. Вилкой возьми. А косо можно, да? Да. Так. Это пещерный медведь. Давай, за стол. Бери вилкой, режь. Куп. Так, в правом... Да какая разница? Чернули. Да. Да, ерунда это. Больше грязи еще не можно. Давай. Ох, как стейк настоящий. Ну давай, зацени, Камиль. Надо. Луком закусывай. Шикарно. Лук бери. Еще лимончиком полей. Как будто настоящий. Бери лук. Медведя кушаю. Ага. Настоящий пещерный человек. Сейчас. Помидорчик, лучок. Тема. Свят, зацени. Он настолько. Не соль, ничего не надо, он уже все в нем есть. Ну так промаринованное же мясо. Да. Ну обычно. Прожарилось хорошо? Я соль солю. А. Соль солишь? Да. Хотим перчик. А тут ничего не нужно. Все, готово. Давай. О, как он прожарился. Угу. Так. Луком, огурцом, помидором.
Лук с чаем. Ох. Ты про варенье забыл. Варенье, на котором мы держались целые сколько недель? Сутки. На лук или на огурец? Да прям так. Тема? Все, что нужно. Свят, пойдем, зацени. Давай, Свят, а тут? Да. Ты ему порежь? Ладно, хорошо, дай. Дай. Сейчас заберу у него, чтобы перевернуть. У меня ты ничего не заберешь, если не отдам. Я у тебя сейчас насильно заберу, мне переверну. Мясо? Я тебе не дам. Ножик. Тема, да? Закусывай, закусывай огурцами, помидорами, болгарскими бери. Закусывай, это опьяни. Вот что нужно употреблять, чтобы потом закусывать. Вообще чем-то. А не то, что ты в России делаешь. Свят, пойдем кусочек зацени. Я сейчас. Пусть он дай уже. А не мыслишь, я тебе не отдам кусочек. Да не нужен мне тот кусочек. Не мой, а медведя. Иди отсюда! Иди отсюда! Не дам. Иди отсюда! Иди. Можно курдюка ему можно кусочек отрезать. Все, иди отсюда! Не надо мне тут скулить. Я тебе не дам. Ты же мне тут на глазки строишь. Сейчас тебе дадим курдючок. Бери зеленый лук, вон там зелень, надо все подряд брать. Дай сюда. Да. Давай, возьми, Свят. Мясо хоть руками можно кушать. Давай, Свят. Все там уже, бери готовый кусочек. Сейчас переверну. Вот это вообще хороший. Садись, Свят, давай. Лимончиком. Чего вы так режете, как будто оно прям такое жесткое? Ну, нормально. Да ты вообще не той стороной режешь. Я думаю, как оно так? Тонкий кусочек. Я не знал, что мои ножи могут... Бери, зелень бери, лук. Да, вон чай. Чай макай. Я обычно свои ножи ругаю сам. Туда не доходит. Свят настолько суровый, что обратной стороной мясо разрезал. Ты от маленького кусочка отделил вот этот большой. Иди отсюда, иди. Камиль, возьми вилку под это, мясо там подвинь, подгорит. Вилка же, а, у тебя есть? Угу. Не настолько далеко. Да, слишком далеко. Че, как, прожарилось? Хорошо? Да. Ну, если ты другой стороной порезал. Нет сомнений. Ну что ж, мне остается поверить вам на слово, что все вкусно. Отрежь кусочек этого курдюка к собаке. Дай я сейчас. А сколько? Да. Как? Дай небольшой кусочек отрежь. Да. Смот. Че? Мы же там мясо кушаем. И че? Это курдюк. Тоже мясо. Кусочек лепешки отломи и туда прям. А чё вы этот хлеб-то не едите? Какой хлеб, когда тут мясо, да? Хотя узбекскую лепёшку всегда. Ты решил поджарить? Не, он этот, обмакнуть, чтобы он съел. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Достанет курдюк? Ну, по-любому. Угу, пытается достать. Как до него добраться?
Это неинтересно. Все, иди. Курдючок хочет. Ну, отрежь отсюда еще вот кусочек. Чисто курдюк дай ему. Курдюк, курдюк. Не мясо, да. Куда, блин, наше мясо, блин? Так? Да. По запаху определил, что что-то не то дали. Взял, да, курдюк? Иди ешь мясо. Ой, хлеб. Он уже у тебя кушал недавно, да, поэтому не ест. Все, Камиль, давай, снимай мясо. Все уже снимать можно? Да, уже все можно снимать. Давай. Сейчас ты меня будешь кормить, Камиль, с рук, с вилочки. Я пока курдюком мажу и дальше. Хотя время еще рано. Мне еще 20 минут ждать. Вы пока ешьте, я потом на вторую партию. Давай, ешь. А, этот ураз, да? Да, еще. Свят, пошли потом. Ну, подожди сейчас. Нельзя. Надо. Ага, промазать. Еще туда дровишек подкинь, да, чтобы на второй раз. Да, отдыхай давай, блин. Хлеб не ест он, блин, с курдюком. Да. Вообще оборзевший. Смотри, как смотрится. Скажи, вы что меня за лоха держите? Все, иди отсюда. Ну, он ему кусочек жира отрежь, ладно, отдай. В итоге отдали все мясо, сами сидим, круто. Ну, ножом отрежь, Камиль? Да, точно. Я не только умею этот, ножом пользоваться. Только той стороной, да, режь, пожалуйста. Свет. Он не настолько суровый. Да, я не такой суровый. Давай. Слушай. Смотри, что мы свистнули. Иди отсюда. Блин. Ты что, сырое мясо взял? Сырое, пацан. Вроде помидор был. Засранец. Ну давай, Камиль, ешь, пока горячее. Да какая разница? Древние пещерные люди так завещали. Ты забыл? Че? Да. Лимончиком. Угу. Да. Зеленью не забывай закусывать. Так. Там этот кинза есть. Ты кинзу кушаешь? Это кинза. Иди. Куда отсюда? Ничего тут не способно. Где отсюда? Так, лук в этом, в тяе обогни. Ну как ладно. Как ты мог забыть? Ну так. Вот это уже. Уже без мяса можно, да, кушать? Ну все, тогда ты лук снимешь. Да. Мясо нам осталось. Ко второй партии надо хорошо прокалить камень. Там сразу дровишки повытаскивай, пока светло. Да, пока Камиль занят. Давай, давай, Камиль, кушай. Свят, я тебя оставлю, может быть. Оставишь, а то я тебя не оставлю. Еще две партии есть мяса. Черные люди так и кушают. Лепешку. Где ты? Где ты? Вон, возьми болгарский себе отрежь. Стручковый перец. Что болгарский? Ищешь? Болгарский? Вот он, сверху, желтый.
Это зеленый. Болгарский тоже можно будет кинуть пару кусочков сюда, да, на костерчик, да, потом. Так, чуть-чуть чая, чуть-чуть лепешки. А ты говорил, Камиль, много дров, сегодня их не будет. Я тебе еще спасибо скажу, потому что избавишь меня от этого. Это будет супер. Вкусно? Так я ж тебе придется помучиться немножко. Ничего. 20 минут или сколько там? Еще 15 минут. Азарио ролик скинул, помнишь, там пингвин бегает. 10 минут. А, зажара хал. Вы также здесь будете прыгать? Аузышарға 5 минут қалды, аузышарға 5 минут қалды, аузышарға 5 минут қалды, ла-ла-ла, аз қалды, аз қалды, аз қалды, аузышарға 5 минут қалды, аузышарға 5 минут қалды, а-а-а-а, аузышарға 5 минут қалды, аузышарға 5 минут қалды. Все, теперь у тебя этот древний мангал будет стоять вечно в огороде. Вот каждый раз сюда будете приезжать. Я буду говорить, у меня есть древний мангал. Давайте что-нибудь на него пожарим. Пойдем кушай, Свят. Пойдем, пока горячая. Мы с Камилем. Сейчас Камиль доест свой кусок, пойдет поломать дрова. Все, иди ломай дрова. Да. Наломай дров. Так, а потом вам расхлебывать, да? Камиль, ты палку не трожь. Она поправляет дрова. Еще удобнее. У меня не заберет. Так. Той стороной режешь. На этот раз, да. Лимончиком. Сейчас. Пушечки. Где отсюда? Какой хитрый. Тема? Рекомендуешь? Да. Какие шутки с кухней? Это кухня наших предков. Тут. Потом на курдюке можно лучок зажарить, помидорчик. Тоже очень вкусно. Помидорчик, да, шикарно. Выведи собаку. Счастье есть? Есть еще не дым. Да, с дымком вообще кайф. Будете кос? Не, спасибо. Да, можно? Где моя пушка? Не помнишь? Как я жил раньше без такого места? Где-то с 6 до 7 очень сильно хочется кушать, до 8, а уже в 9 часов и кушать вообще неохота. Я уже, в принципе, привык в таком режиме жить. Я думаю, каждый понедельник, каждый четверг тоже держать.
Да, 6 килограмм скинул, рассчитывал 10. Пока 10 не сброшу, еще 4 надо сбросить, буду держать. А сколько сейчас видишь? Сейчас 83,5. Норма вообще, если я 1,77 м, значит я должен 77 килограмм весить. Это идеальный вес для организма, чтобы хорошо функционировал. У вас еще 5 минут? Вот теперь это шипит и все. Да, сейчас вторая партия вообще. Нет, еще 10 минут. Ну они, по идее, должны же, да? Подать знак. Да. Они тут не слишком далеко, в принципе. Не слышу, я думаю. Ты уже наелся, Свят? Я? Да? Камиль, давай. У тебя же это уже провалилось чуть-чуть. Ты все-таки со второй партии идешь? Да, я со второй партии. Так я же нельзя пока. Ладно, давай, давай, Свят, одновременно. Что одновременно? Это будет круто. А то по очереди, по очереди. Кушай. Давай, да. Кушай. Ножик один. Нарежь. Я без ножика могу? Да, ешь без, да, без ножа. Это же пещерная. Фу, да. Ну все, смотри. Пещерная еда. Лимончиком не забывайте поливать. Да. Сюда, туда, поли. Да, бери прям кусок. Вот, вот так. Угу. Как древние. Шикардос. Ну, я сомневаюсь, что древние люди поливают. Древние люди, да. Ложка с вилкой. Да, ложка с вилкой. Вот эта ложка? Давай вот так. Тема, так, да? Вкуснее. Да. Чё там ложка, вилка? Нормально кушаете, да? Мультур, да. Всё-таки она приехала. Медведя кушает. Причем все брожаю, у вас крови нет. Да, с крови нельзя. Так, ну все, я прервусь. 10 минут как-нибудь продержусь. Сейчас нам с мечети сигнал подадут, и можно будет мне пробовать. Так, вот мясо подходит, давай. Чуть-чуть лимонного сока на каждый кусочек. Угу. Камера не используется? Нет. Так, первый блин у нас получился комом. Не особо накалили мы нашу сковородку своеобразную. Все, хватит. Что-то ты переборщил. Сейчас перевернем. Оно же уйдет честное. Да, аромат какой идет. Тема. Вот эти перевернуть уже можно? Да, переворачивай. Задние фиг с ними уже пусть делаются. Там на полюк можно сразу напасть. Угу. Люди будут материть вас сегодня. Мужчины любят мясо. Мужчины должны есть мясо. Камиль, бревна ждем. Да. Я вижу мясо и больше ни о чем не думаю. Ни о чем не могу думать, кроме мяса. На виноградной лозе вообще такой аромат шикарный. Вообще камень должен быть в 3 раза тоньше, но других я не нашел. Ты уже рассказывал, куда ты ездил? Он это покажет. Я покажу, да. Видеофиксация есть же, где я был. Убери вот этот. Ложи. А пусть 2 кусочка, нормально.
Так, все, пошел я намаз читать. Так, время 9:15. С чистой совестью можно уже начинать трапезу. Мои пару кусочков. Подгорело чуть-чуть. Новый. Давай лучок, перчик, да, прям рукой можешь взять. Нет. Что, горячее? Конечно. Болгарский, болгарский тоже. Болгарский. Русский, немецкий. Все. Давай. Спасибо. Тарелка зачем? Нам половину, это остальное. И мясо я уже. Так. Горячо так, брать вилкой. Так, водичка. Да. Да. Я знаю. Ты мне вначале конец показал, а потом начало, как я люблю. Так. Как тебе теперь мясо? Пошли ставить. Лучок подъехал. Так, лимончик. Камиль, держи. Так, сейчас подожди. Ну, так, прям возьму. Сейчас, подожди, вначале вот эти. Ох, горячий. Помидорчик горяченько. Кинза. Не падает, сгаривается. Сейчас супер. Что я могу сказать после того, как целый день не ел? А мне собаки жарить не обязательно. Потом она что-то на меня будет. Подай, пожалуйста, лучок. Зеленый. Угу. Спасибо. Камиль, а это мне одного кусочка достаточно? Нет, давай. Возьми, пожалуйста. Я больше не смогу съесть. Это после грозы, так кажется. На самом деле, я не понимаю.
нем я уже привык один раз в день кушать. Вкусный, да, жареный? Шикарно. Перчик, лучок. Нажми кнопку. А, ну все. Угу. А все, я наелся. Всем удачи. Целую вас. И пока. Все. Ну что, мясо получилось очень вкусным. Рекомендую всем попробовать. Всем спасибо за просмотр. Приходите в кафе у Камиля. Да, всем здоровья. Всем пока. Какой у Камиля, когда все...